Хочу проинформировать, что дети из городского центра социально-психологической реабилитации, а также дети из одесских интернатов совместно с подопечными из других социальных учреждений Одесской области эвакуированы в Польшу. Решение об этом полностью соответствует всем тем решениям, которые мы принимали на уровне наших муниципальных департаментов, и соответствует решению об эвакуации, поддержанном Министерством социальной политики Украины для обеспечения безопасности наших детей. Общее количество эвакуированных детей составляет 700 человек. Дети на сегодняшний день размещены в хороших условиях в гостинице, а польский благотворительный фонд обеспечивает наших детей всем необходимым. Еще хотелось бы сказать, что на сегодняшний момент детский дом номер один, детский дом «Малютка», где в том числе находятся паллиативные дети, продолжает свою работу в городе. И я хотел поблагодарить порядка 30 волонтеров, которые ежедневно находятся там и оказывают всю необходимую помощь, а также ночуют там и будут делать все возможное в случае необходимости эвакуации детей. Спасибо огромное каждому волонтеру.